Сегодня в Приморье простились с начальником регионального управления МЧС Олегом Федюрой. Он погиб, когда помогал своим товарищам выйти из КамАЗа. Группа МЧС направлялась для того, чтобы помочь жителям региона справиться с последствиями тайфуна. В итоге автомобиль перевернула стихия, и сотрудник МЧС погиб. Федюра Олег Викторович для нас был олицетворением чести, доблести, уверенности, смелости. Он, одним словом сказать, что он был настоящим командиром. Всегда шел к намеченной цели, всегда думал за личный состав свой. В принципе, в последних своих деяниях он это доказал.